В следующем видео продолжение. Не пропустите. Добро пожаловать на канал «Сам себе мастер». Шоу начинается. Приветствую всех, кто посетил мой канал. В данном видео я покажу, как можно разобрать Samsung серии 3400. Итак, приступим. Сзади надо открутить два винта. Теперь отверткой поддеваем боковую стенку. И отщелкаем ее. Также снизу надо отщелкнуть два зацепа. Вот в этих местах. И стенку можно снять. После этого можно снять сканер. Вынимаем из разъемов шлейф и провода, которые идут в сканер. Затем нажимаем на зацеп, чтобы освободить кронштейн. Теперь сканер можно снять. Вот таким образом. Тянем его вверх, немного наклонив. Вынимаем провода и шлейф аккуратно, чтобы не повредить. Теперь с другой стороны снимаем вторую боковую панель таким же способом. Отсюда можно добраться к блоку шестеренок. Откручиваем два винта сверху. Отсоединяем шлейф, который идет к панели управления. Откручиваем два винта, чтобы снять белую планку. Аккуратно подцепляем и вынимаем ее. Затем приподнимаем панель управления и выводим рычаг из корпуса.
сдвигаем панель управления вправо и снимаем. Аккуратно, не повредите шлейф. Теперь надо открутить вот эти два винта. Снимаем лоток для бумаги, чтобы он не мешал. Откручиваем снизу два винта. Отсоединяем рычаги печки от крышки. Вот таким образом. Снимаем переднюю панель. Теперь откручиваем еще два винта. Снимаем крышку картриджа. И теперь можно снять верхнюю панель. Да, совсем забыл. Здесь сбоку надо открутить еще один винт над платой. Затем слегка подцепить. Теперь панель можно снять. На задней панели надо открутить еще 4 винта. 2 слева. И 2 справа.
снимаем заднюю панель. Винты находятся вот в этих местах. Ну вот, мы сняли все панели. Теперь можно легко добраться до любого узла. Блок лазера, блок печки, термоблок, блок шестеренок, платы. А также можно снять блок забора бумаги. Это все я покажу в следующем видео. Если не хотите пропустить, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. А также жду ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. С вами не прощаюсь. Будьте счастливы и здоровы!